Всем добрых времени суток. С вами Дракон. Мы продолжаем проходить транзистор. В прошлый раз мы влились в этот непонятный мир. А главная героиня у нас Ред, которая имеет, вытащила меч и может использовать различные способности, так называемые транзисторы. Каждый транзистор нам привносит чья-то слабая душа, то есть мы находим людей и их спасаем в своем мече. Меч был воткнут в непонятного субъекта, мы пока не знаем, кто же это был. Заходя в точки доступа, мы можем как-то распределять их, изучать, что у нас за функции. Вот. И сама главная героиня, музыкантка, лингвистка. Да, все, хватит. В прошлые... Давайте посмотрим, что же у нас в кассе. А, ну мы здесь уже были. Это мы уже читали. Что-то OVC — это главная организация, как я понимаю. Я все еще пытаюсь. Все еще здесь. Не о чем волноваться. Спасибо за ваш ответ. Хорошо. Но почему-то нет никаких людей. Странно. Видимо, их всех... Yeah, let's keep looking. Поглощают эти странные существа, которых мы убиваем. Идем. Идем. Так, только вопрос, куда? По-моему, в прошлый раз куда-то сюда или нет, я уже забыл. You never missed a show. Рекламные материалы. Наши концерты. Ну, не это нас сейчас интересует. Let's have a look downstairs. Давай, вставайся. Точка доступа. А, внизу вот тут, да? И как туда пробраться? Gotta be a leader somewhere. Должна быть какая-то подсказка. Давайте посмотрим, что у меня в терминале. Paul's a little out of date. Концерт в следующем месяце. Мы подошли к финальной части голосования, которая определит хедлайнера следующего месяца на лучшей площадке Клаудбанка. Так, ну что, 67-й год? Понятно. И кто же это? Наши финалисты. Сенсационная Ред и любимчики офисных работников. Факсимил. Кто же победит? Я не знаю. Ну, я, конечно, победил. Благодарим за участие. Ред. Кто бы сомневался? Let's get back to it. Можно мне врагов не надо? Можно я просто похожу? Больно красиво тут. Погодите, а если туда все-таки идти? Или там стена, все понятно. When I first saw you up on that stage back there, it was like everyone loved you. Конечно, все меня любят. Everyone except for them. Давайте попоем. Странная игра, странная. Вчера вечером. Thank you.
can hear, oh, I can hear. Think I'll go where it suits me. Moving out to the country. Ща, погоди. Спокойно, спокойно. Погоди. Да, сейчас почитаем, что тут. Мозг. Да, все нормально. Ну, прям я не могу даже читать, пока он там. Опять в ком-то застрял. Погодите. Погодите. Времени. She's here. Look who it is. Педантичная. А можно поговорить? Здравствуйте. Hello again, Sybil. You. Ох, ты... Ну все, держись. Так, и... Ну, мы просто посмотрим, как, насколько она... Ждем. Okay, it's on. Так, дубль два, можно даже два раза. Джим. Сейчас ты у меня получишь. Единичка. В смысле вне досягаемости? А так? Удар в спину. Это хорошо. О, ну погнали. На тебе. В смысле ты еще не умерла? На, еще разочек. Во. Что-то у меня как-то маловато жизни, маловато. Конечно, не понравился.
Так, вот эти вот мне не нравятся. Их сразу надо поэтовать. На тебе. И вот так вот. И сюда куда-нибудь. Беги! Ау! Меня порезали, уже видно. Так, ну и куда-нибудь, я не знаю. Можно через стену? Можно. Как-то не особо тут тактика. Можно играть и в этот. Погнали. Надо это учитывать, что из них выпадает. Что-то никак не этого. И смотаться куда-нибудь туда. Блин, живой сип. Где-то тут еще один сорняк вроде был, нет? Клиничка. Двоечка. Можно еще раз двоечка. Нет? Что-то больно много у него жизни. Ну, пытаемся, посмотрим, что будет. Жим. Ау. Жи. Где ты там? Там сорняк, оказывается, был, и она от него лечится. Ясно, ясно. Удар в спину. Все, лишний урон. Нормально. Можно и с лишним уроном. Ты все еще жива, ля ёпарсоте. Кто ж знал? Когда же ты сдохнешь? И куда-нибудь прям уж очень сдриснулся. Шин. Шин. Ох, слава богу, тут эти стеночки. Так. Ты умрешь или нет? Так, ну я как понял, надо всегда подходить и бить в спину. И потом вот это вот дело. Два раза. Все, что ли? О, господи, ну ясно, ясно.
можно пройти сквозь? Ладно, давайте тогда вот здесь. Ну и убежать. Вот смысл. Нет, я не здесь. Очень плохо, все очень плохо. Я не понял, меня что-нибудь лечить будет? И почему? Прогулочка. А, это друг. Все, я понял. А почему на нее не действовало? Ладно. Что-то не то. Что-то не то. Жизни нет. Совсем все плохо. Так, она сейчас как ударит, надо успеть убежать. Куда-нибудь сбоку. Или нет, или... Нет, 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 еще раз нет. Так, так, так. Так. Уже не будет под защитой. Ну, убегу, надеюсь. В смысле у помощника там? А, я понял. А. Что-то все очень плохо. Лечу, что ли, или что? Нати сюда, нати сюда. Мысли недосягаемости. Ай, нет. Нате, тварь. Ясно, ясно. Как ты могла промахнуться? Вот в чем вопрос. Удар в спину. Надеюсь. И смотаться куда-нибудь туда.
Ну, как всегда. Все плохо. Приближайся быстрее. Порядок? Ну, раз порядок, так порядок. Хорошо, что Джант вообще практически не тратит. Ну, как обычно. Интересно, а если вместо бричей вот этих накидывать на блок? Ну, окей. Убегу как-нибудь. Сколько у нее там? Или нет? Еще. А, нет. She's finished. На. Hello again, Sybil. Your camarada friends. I want you to tell us where they are. Do you understand? Sybil's trace. Help. Ну, наконец-то дали что-нибудь. Поддержку какую-то. Help. Новая функция. Выбрать разрешение. Введите черные ходы. Позволяет обнаружить черные ходы в клоудбанке. Введите. Окей. We got our lead. Ну, в общем, we're going downtown. Ну, очень интересно. Ничего the process will be waiting for us. Ну, очень интересно. Let's check the dock. You never know. Ну, были прямо на краю. Ничего не скажешь. With any luck. Погоди. Самое интересное начинается. Так, ого, у нас тут память переполнена уже. Значит, призыв друг, который будет помогать пользователю. Возможность предотвращения появления клеток для большинства функций. Так, а вот этот аутентификатор, это где? Это что? Ага. Так, погодите. Еще раз. Можно в них войти как-то. Уже установлено. А, я, в принципе, ничего не могу. Так. Ну, давайте почитаем для начала. Sybil Rise. Life of the party. She was bad news from the first.
Так, установить использовать функцию, чтобы узнать больше. А предыдущие мы узнали больше. Ага, вот биография появилась. Фара Йондейл. Она стала первым художником неба в Клаудбанке, используя изменчивые небеса как холст для своих произведений. Ее труд приносил радость тысячам горожан, которые помнили, что когда-то небо было всего лишь небом. Йондейл завоевала огромное количество поклонников среди поклонников своим умением изменять небо над городом. И по мере того, как ее мастерство и популярность росли, она начала принимать заказы, и одним из заказчиков стало ее собственное сердце. Она часто бывала в районе Голдоук, где жил ее возлюбленный, и именно там для них двоих и для всех жителей района она окрашивала небо в цвет сверкающих сапфиров в честь праздника солнцестояния. Так ее искусство стало ее обязанностью. Так, улучшение, что-то я увидел про улучшение. Ага, вот, в улучшениях можно посмотреть, что дает. Так, то есть... Это у нас Bones. Это я уже читал. Значит, делает их уязвимыми. Так, ну мы можем только одно улучшить, как я понимаю. Или мы можем еще и совместить эти два. Погодите. Удалить настройку, убрать функцию. Допустим, если я вот сюда прохерачу. Ага, вот даже как мы. Так, понятно. Памяти только 16. Так, ну это тут сейчас залипнем надолго. Все можно совмещать друг с другом. Давайте тогда изучать. Значит, краш. Значит, с большой скоростью и дальностью и скоростью. А, это просто добавляет, что ли? Ну вот это вот, что может использовать во время восстановления хода, вот это основное должно быть, и в него нужно что-то самое важное ставить, как я понимаю. Призывает отважного друга, стремительного друга. Ну, давайте вот это вот сюда вот приветываем. Как тут? Почему нельзя войти в этот? Да нет. Выбрать сюда тебя.
Улучшить. Так, теперь че? Это, ну, мы все равно двойным ударом бьем, поэтому ладно, пусть это здесь будет. Хорошо. Двоечка. Даже можно на единичку поставить. Что-то я все сломал, походу. Да, вот так установить. Потом мы это сюда. Все. Дальше. Синяя урона. Вот, а это сюда. Ну, я не знаю, хватит. Хватит или не хватит. Надеюсь, потом как-нибудь улучшу нашу память. Ничего не понятно, но очень интересно. Это девиз нашей компании. Hey, hey. Hey, hey. Ну хорошо, хорошо, я. You'll be back someday. Нет, я больше не вернусь. Я буду вольный Camerata. Стрелком. Simple was their eyes and ears. Got close to you. To us. They were hunting people. Don't know for what. But I bet I know who does. Can I ask him why? And I have this feeling he's gonna let us know. Что-то... Когда доверяют просто безоговорочно какому-то мечу... Ну, не знаю. Close as the river's gonna take us. Лут. Нет, не лут. Казалось. Ну, светится же. Okay. Road to high-rise should be right around the corner. Ух ты, класс. Копия на 20. Ворота. Heads up. А, что? Опа-на, страшно. Так, погодите. Почему 100? Оно же должно... Ладно. Сам понимаешь, на... Посмотрим, что получилось. Что это такое? На тебе. Ау. Не, сначала надо уйти от обстрела, а потом уже что-то делать.
чё, что? Ничего не понятно. А, у него одна жизнь осталась. Понятно, понятно. Повезло, нам повезло. Ох, клетка. Хорошо. Иди сюда. Process. Still a step ahead. But they haven't stopped us. Что-то я не понял, что тут за фотография. Почему она происходит? Нет, вот. Ну, больно красивые фонари, прям так и хочется разбить. What do we have here? Аптека. Sounds like waves. So, don't know what I was expecting, but it wasn't this. Ну, обычно такую. Такую обычно карту и делают в VR-чате. Свои способности. Уф. Так, еще недоступно. Ясно. Что-то какая-то большая развилка, как я понимаю. You know, it's a little sparse, but this isn't that bad. Mm-hmm. It's no cloud bank, though. Сюда можно. Let's try door number one. Интересно, когда под каждым интерактивным объектом Water. Видно. Nothing. Исследуется и так далее. Число прыжков. Прикольно, прикольно. Функции предустановлены. Что там? Уничтожьте процесс. Get ready. Нет. Процесс. Где процесс? Какой процесс? А, нам еще дали вот это вот все. Странно. А, это обучение, я понял. Ну, сейчас посмотрим. А, и джанты нету. Все, я понял. Отходим. Бахаем. Дефективные клетки. И что такое вообще? Чуть непонятно. Зачем я сюда пошел? Ах ты сволочь. Таймшот. О, таймшот, ну все. Непонятно, какой процесс я был, должен был уничтожить, но явно я не справился.
А? Я понял. Я вас понял. Один, два надо бить. Крэш-бомс. Где ты там? Еще один вроде был где-то. Must have hurt. Клеточки остались. О, хорошо. Классная штука. Не понял только что именно. Все? А, ну там еще осталось. Скорее! Thought there'd be more of them. Now I want to know what's in door number two. Проигрыватель появился. Какое все интерактивное. Hello, what's this? Нормально. Хочешь, говоришь, узнать, что за следующей дверью? Ну ладно. А меня что-то не пускает никуда. Больше. Ну ладно, ладно. Пошли дальше. We better go. Уга. Мне бы еще точку доступа, я бы... Everything's like we left it. Was hoping it'd be more like before. Есть тут точки доступа случайно, нет? Походу нет. Ладно. Будем мучиться дальше. О, точка доступа, хорошо. Вот. Мне уже начинает нравиться. Так, ограничители процесса. Я вас понял. Что у нас тут? Ограничители процесса. Ограничители процесса. Какой процесс? Процесс создает защищенные клетки. Система, ну здесь сложно. Дефектная клетка. Так, ладно.
Погоди, ты понимаешь? Что-то произошло. Так. Значит, вот это вот у нас отскакивает. Как раз то, что надо, как где рядом. Это у нас... Ага. Это создает джант. Ну, джант это просто must-have. Это вот прям... И вот это все. Это нормально. Дальше. Желательно бы вот с отскоком как-нибудь... Я уже запутался. Сейчас все удаляем. Так, вот это вот. Выбрать функцию. Ставим. Зад. Выбираем. Ставим. Хорошо, будет со скуком. С отскоком бридж. Посмотрим, что так. Все хорошо. Назад. Можно было бы еще и ослабление, вообще замечательно было. Так. И... И хорошо бы вот это вот с ослаблением поставить. Но памяти уже не хватит, наверное. Или хватило? Хватило. То есть этим ослаблять, а этим убивать. Этим бегать. Опа-на. Так, здрасте. Сейчас мы на вас будем испытывать. Так. Двоечкой. А единичкой. Ага. Спарк мало жрет. Бонус много. Еще один бонус. Нет. Бонус. И мотаем. Посмотрим. Что произошло? А, что? Погодите. Я нечаянно уже нажал. Так. Тик. Тик. Скорострел. Наш скорострел везде поспел. Так. Ну как-то так, нет. Яичко. Так. Посмотрим. Так, берем. А почему нельзя взять? Не знаю, почему нельзя взять. Ау. Что ты делаешь? Я даже не понимаю, что ты делаешь, но ты получил. Так. Дай тебя съесть. No sweat. Что? Let me get this straight. Что? Camarada. They think they can stop you with these process things. But you're just getting stronger. А? Как я становлюсь сильнее? Я не понимаю. Что? Так. Ну ладно. Распределение давайте оставим до следующего раза. А, вроде начали понимать, что можно комбинировать все со всем. Конечно, непонятно еще с этими ограничителями процесса.
Ага, клетки, они портятся. Они портятся, как, ну, портятся, как все остальное. Но вместо того, чтобы просто испортиться, они становятся чем-то другим, чем-то, чем они, наверное, не хотят быть. Это не преобразование, а тотальная метаморфоза, насколько я понимаю. Она необратима. Как только клетка переходит в эту форму, то все, что остается, это выдавать свой скрытый потенциал, как последнее дыхание. Я бы сказал, возвращение в эфир. Или некая форма самозащиты. В общем, у меня тут уже что-то включилось само. Спасибо, что смотрели. До новых встреч. Всем удачи. Всем пока.